Ну я думаю, надо сначала расправить здесь, иначе я там ничего не расправлю. Толян готовится у нас. Сам себе режиссер. Старту. Я что-то помню, в каком-то этом ролике все объясняли, что вот здесь зона этого, тут не поднимешь крыло, нужно туда пойти. Ну, в принципе, такая же конфигурация склона с ротором. Все, подъезд. Лезь в подъезд, да? А, ну давай. Как ты говоришь, что у него вовнутрь эти клеванты? Ну, тоже. Тут я не советчик, да. Да. Да, вот здесь вот как раз роторная зона и есть. Да нет? Потому что тут ветра нету. Ну да, я о чем и говорю. Но я здесь не летаю. Нет, Толя. Тает? Ну все равно. Привет. Нет, мало ли что-нибудь там это. Как дела? Дерево выкопать. Приложилось? Да. Такое ощущение, что здесь, короче, внизу нет, мы взлетели. А 2 метра над землей просто такой интриган жесткий. Ну жесткий.